Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, да, в общем-то, вы на канале Линка Гейм, но также не забывай, давайте еще раз напомню, потому что многие из вас до сих пор не поняли, что видео про динозавров, ребятки, вот переезжает на канал Jurassic World.ru, вот сюда вот клацаете и попадаете вот на такой канал, это тоже мой канал, и сюда переедут все динозавры. То есть на канале Линка Гейм скоро, ну, они практически перестанут выходить, именно тематика динозавров. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Итак, а мы по-прежнему ждем, пока у нас вот из этого существа появится кнопка гибридизации. Так, что у нас тут? Вот так вот давайте сделаем. И мы сможем взять смелодона, синтетоцероса. Вот такого вот и сделать смилоцероса, или как там, смило что-то там. Опять же, на канале Link Game уже было это видео. Где, давайте сейчас найдем, покажем. У нас уже был его обзорчик. Ждем, пока он станет доступный для всех, и в том числе для меня. Так, вот у нас один гибрид, второй гибрид, и вот саблезубый смитетоцерос, вот так вот он называется, так что переходите. И прикольно еще есть гибрид, да, смилоцефалозавр, смилодон плюс цефалозавр, Jurassic World Alive, короче, прикольно. Прикольно они делают. И там гибриды, там, но они разные, при том, при всем они разные. Так, а мы пойдем сейчас что-то посражаемся. Маюнгич. Так, на весь экранчик. Блин, опять кадры не показывают. Чего так глючит? Глючит. А чё? Ага, вот. Вот это вот шляпа. Худ. Вот, смотрите. Счетчик частоты кадра. Вот он стоит. Где он? Никто не знает. Короче, что-то подглючивает под этой виндой, под старой моей. О, наконец-то. Хорошо, что сбежал сейчас. Это уже второй за те время, за то время, пока я был здесь. Так, а у меня тут еще мамонтишка. Мастодонтик созрел. Вот так вот. Покормим мастодонтика. О, кстати, у меня уже, я восстановил, да, уже 100 миллионов еды у меня практически, ну, 98. Ух ты, ё-моё, третий раз подряд. Ну и отлично, надеюсь, мы с этим закончили. Так, есть у нас такие схваточки. Есть подводные схваточки. Есть схватки с усилениями. Здесь вот обычными нужно сражаться, но здесь вообще изи-бизи. Ну давайте для разминки пойдем, вот возьмем тех, кого вы любите, да, вот Алангича можно взять. И вот этого парня взять, ну усиление будем брать понтовые, которые не жалко. Да, потом пойдем, там у нас есть пахицефалозавры есть, может еще битву там под водой проведем. Так, ну кадров здесь больше. Под виндой 8.1 эмулятор работает у меня лучше. Ближе к 60 кадрам. Честным. Так, ну 137, это вообще ни о чем. Он сейчас подменится. Броник, это был гибрид у нас только что. Диплодока и этого и носорога, у него такая кожа кожа пластинчатая. Ну не прикольно получилось. Почему у него такое чувство, как будто бы стрелочка такая, как будто бы у него, да, было преимущество прям надо мной. Как будто бы он был не птерозавром, а амфибией. Так, ну давайте вот так. О, нет, 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 он меня может сейчас уничтожить. Фух, фартануло.
А реально, вообще изи-бизи мог пробить. Но лабиринтозавр затащил. Ух, так, ну, с этим разобрались, что там дальше у нас? Ну, дальше та же фигня, не будем туда идти тогда. Вот у нас есть такая вот фигня. Ну, здесь мы обычно стараемся амфибиями немножко посражаться, да? Так, Горгазух еще занят. Ну, вот есть Диплозух. Крутозавр. И Остапозавр. Вообще, можно так затащить? Давайте попробуем, не знаю. Наверное, не хватит. Не хватит мощей. 18 тысяч жизней пробивать. Ха-ха, всего 2000 у Диплозуха. Это, конечно, вообще ни о чем. Блин, а помните, у меня был легендарный бой, где один остапозавр смог затащить троих пахигалозавров. Одним остапозавром 40-м. Это был легендарный бой. Так, ну, я, в общем-то, не против, что так получилось. Не, ну это просто караул. Я слишком слабый взял. А, я понял, в чем прикол. Тогда же было два их, изначально два. А вот троих мы как бы не пробивали. Не, не затащим. Это если бы их было два, то мы справились бы. А три нет. Три надо брать сильных амфибий. Так, ну ему на трешечку надо атаковать. У него 4. Он решил не оттачить. Так, у нас появился небольшой шанс на победу здесь. Так, не, наш шанс только что исчез. На все 4. Так, ну все может быть. Может быть, затащим сейчас. Этого мы пробьем. Сколько? Ну тут 5 нужно, я помню, что 4 мне хватило. А, хватило. Это прикольно. Не знаю, 3 тысячи с бонусом. Но это не должно быть больше 6. Ну, а вот 5. Рискую, конечно. Может, если он меня пробьет, конечно, то это будет, ну, чисто математический проигрыш. Ну, я думаю, мы победили. Нет! Мы проиграли, ребята, мы проиграли. Он поставил все 4 в защиту, блин. Ну, это редко бывает, да, такое. Ну, молодец, затащил. Достойный бой был. Прикольно получилось. Ладно, тем интересней. Значит, сейчас пойдем... Пойдем наказывать. Амфибии. Так, что там у нас? Взять Гарга, Остапозавра и Престозуха. Давайте так попробуем. Ну, будем знать, что, то есть, в этом турнире противник может ставить 4 балла. Он это сделал дважды. Так, скорее всего, он сейчас меня еще раз проатакует. Нет! Ну, давай. 3-3-3, что ты будешь делать? На все 3. Ну, такой себе вариант, но сойдет.
Ну, вот этот уже, этот не пробивает за 4, да, ему нужно 5. Так, что-то мне кажется, что мы сейчас тоже сольемся. Вот, во, видите, он опять поставил 4 в защиту. Он поставил в защиту 4. И опять 4. Ладно. Снова 4, но это не прикольно так. Ну, я больше 4 не хочу, блин, атаковать. Ну что, придется на 5 атаковать, по одному удару с него снимать. Ну, если я проатакую больше, то мне хана. Но, блин, а. Так, ну и что с этим делать? Так я его буду долго грызть. Ну, он тупо 4 ставит, тупо сидит в глухой защите. Ну, такого нудного боя я не припомню. Ну, почему я не проатакую его сейчас намного? Ну, если он не поставит защиту. Во, 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 он решился, видите? Он решился. Так, ну я его, надеюсь, за 3 пробью сейчас. 11700, отлично. Раз, два. Но на самом деле сейчас, опять же, все решается, ну, даже не в мою пользу. У меня удар втрое слабее, а у него жизни в 4, даже больше, в 4 раза больше, чем у меня. Так, и вопрос, сколько раз он поставит? Нисколько. Ну, мы его перехитрили, мы его пересидели. Мы его замокали настолько, что он уже решил не ставить. Чистых 8, ребята. Ам-нам-нам. Фух. Ну, это было, да. Бой был совсем непростым. Преимущество было не на нашей стороне. Еще такие хитрые. Первый атакует, а оставшихся 2 сидят в защите. Гадюныши. Так. Ну еще один боечек, да, можно сделать. Как вы считаете? Один боечек. Не, не хищники, а просто юрский. Ну вот так давайте попробуем. Ну, если быстро справимся, то может сделаю и третий пойдет в запись. Там уже будет индораптор. Ну, мастодонзавр у нас такой танк неплохой, у него 5 жизни почти. Так, ну первый обычно у них агрессивный был, но сейчас как в этом бою? У них разная стратегия или нет? Ну да, смотрите, сидит в защите, гад. Так, сейчас мы уже будем его прокусывать потихоньку. Сейчас мы его откусим от него кусочек. Такой жирненький кусочек на пол жизни. Блин, еще бы один и добил бы. У него 5. Ну, по идее, не должен атаковать. Но, блин, взял на 4. Это, ну, это тупо.
Это подло с его стороны. На что он рассчитывал? То есть, а мне нужно бить 3. Да, ну будет вот это неприкольно, если мы сейчас тут и зафейлимся. На 3. Нюх, пробил. Блин, а ребята. Это печально. Мне нужно бить на 4. Три я его пробил, 4 и 1, 2, 3. А почему 3? Блин, 4 надо было поставить. Я же 2, наверное, не выдержу. Мне кажется, нам хана. Пальцы накрест, ребята. Да! Мы выжили! Да, кстати, сегодня пятница, да, в субботу, то бишь завтра, выйдет видео на канале Jurassic World. Так что не забывайте. Не забывайте, ребята. Так, так, так и так. Ну что теперь? Теперь давайте будем смотреть. Кто у нас тут что может? 6000 горгазуха. У него удал будет неплохой. Удар будет неплохой, вы знаете. Даже можно как-то вот так взять. Вот так. И горгазуха. Вот так. Пойдем. Ну, с Богом. Так. Младший братишка. Но 12 тысяч жизней. Это вам не просто так. Здесь можно поагрессивнее понабирать баллы. Поэкономить, так сказать. Ну давай. Давай, на все 4, давай, 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 давай. Я хотел бы, чтобы каждый из наших завалил по одному. Блин, ну не, не получится. Два в защиту поставил, да? Нет, не поставил. Ха, пол жизни, может, снимем. Да, сняли большую часть. О, у него 6. И что? На сколько атакует? На 5. Вот подлый гад. Вот почему на 5? Это нелогично. Блин, а мне придется бить на 4. А, нет, на 3. Блин, а я-то 3 не выдержу от него. У него сейчас 5 будет. Ух, фартануло нам. Пробил. Так, у него сейчас будет 4, а у меня будет 6. Ну, он меня проатачит сейчас. По идее, должен четко проатаковать на 3. На 3. Но мне хватит. 5 баллов горгазуху должно хватить, чтобы его пробить. 5 баллов хватит, надеюсь. Да. 1, 2, 3, 4, 5. Мы его пробили, и да. Ну и 6-й про запас был. 30 тысяч. Фух, ребятки, вспомнил. Месяц не сражался с этими пахицефалозаврами. Пахигалозаврами, ё-моё. Крутись, и самый жирный приз нам попадись.
И, кстати, стрим, скорее всего, будет тоже на Jurassic World. Так что все туда. По Jurassic World Live и по Jurassic World The Game, и все туда, ребята. Вот так. Ну что, на этом тогда все. Еще раз напоминаю, ребята, что заходим вот сюда, на главную страничку. Проснись и пой. Да. И вот переходим в... Также посмотрите на JurassicWorld.ru. И сюда подписываемся. Здесь будет вся динозаврячая тематика. На этом все. Всем пока.